Позвонить домой со дна морского – такую возможность уже весной получат британские пассажиры поезда «Евростар», которые едут из Лондона в Париж по туннелю под проливом Ла-Манш. Британская сотовая компания Vodafone подписала 10-летний контракт об этом с оператором туннеля группы «Евротуннель». С марта можно будет звонить и пользоваться интернетом в формате 3G. С лета Vodafone обещает наладить и работу сетей 4G под водой. Между тем, клиентам трех основных французских мобильных гигантов такие услуги доступны уже с лета 2012 года. Этот сервис появился как раз к открытию Олимпиады в Лондоне.